Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию Майнкрафта, где сегодня вместе с вами мы продолжим учить нашего нубика Кокеридзу играть в Майнкрафт. Побаси у меня, быстро! Какой закон? В Майнкрафт хочу играть. И чё? Быстро. Убери ствол, Катя! Чё? Наглая так, подвинься! Всё! Давай! Деловая ты у меня, очень сильно деловая. Ну, ребят, вы знаете, что нужно делать. Это очередная серия с нашим нубиком Катеридзе. Если вы хотите продолжение, вы все прекрасно знаете, что... А, поугрожай им волыны, чтобы поставить лайк. 30 тысяч лайков. И сразу же выйдет следующая серия, и все всегда зависит только от тебя. Я и Катюха даем тебе свое слово, то что если ты не поленишься, поставишь лайкусик, набираем 30 тысяч лайков, я сразу же выпущу новую серию. Поэтому снимай свои Гуччи линзы и будем с тобой приступать. А, и на канал еще, да, нужно подписываться. Чтобы... И кольце, ля-ля-ля, чтобы никогда не пропускать новые ролики. Давай, выходи из дома. Выходи. Я дверь открыла. О, с первого раза правой кнопкой мышки. Зайди в инвентарь, ты же забыла то, что я тебе подарочек. Это escape, это не инвентарь, Кать. Вот, инвентарь. У тебя же цветочек мой есть. А, можно посадить его? Можно посадить его возле дома, если хочешь. Не, не, не нужно его выбрасывать, просто да, сюда положи. Тихо. Да, ты все знаешь. Ой, тихо. И сажай. Да, вот сюда, правый. Опа! Цветочек для Катюр. Да, он большой. Он очень даже большой. Разворачивайся, Кать, сегодня у тебя будет новое испытание. Как мы уже знаем, что Катя умеешь, что ты умеешь? Убивать монстров умеешь, да. Пугаться эндер-дракона умеешь. Вестись на твои шуточки. Вестись на мои шуточки и жить у болота. Это мы все прекрасно знаем, почему мы живем с тобой у болота. Иди туда налево, я для тебя приготовил новое испытание. Ты же в курсе, что такое руды в Майнкрафте? Конечно же, опять нет. Под себя копать нужно? Нет, да? Не нужно под себя копать. Но? Давай, не, если хочешь, можешь искупаться на самом деле. Ну нет, смотри. Где... Ой. Ой. А. А. Ой. А. Почему ты не можешь выбраться, Кать? Выбирайся. Наверное, потому что опять кто-то придумал какую-то фигню. Нет, может, потому что ты находишься под деревом и не можешь подпрыгнуть, потому что бьешься головой об дерево. Я ничего не придумал. Вот видишь, ты под деревом. Тупость какая-то. Хорошо, иди к сундуку и бери свою первую нормальную рабочую заработоспособную кирку. Тыква. Открывай сундук и бери свою первую нормальную кирку. И ставь ее да. Катеридзе, сейчас я тебе быстренько расскажу, что же это такое. Смотри налево. Это у тебя уголь. Ты можешь его скопать. Туда. Да, будем с тобой постепенно все копать. Уголь. Нажимать и зажимать. Вот, зажимать. Уголь нужен для того, чтобы переплавлять всякие материалы, жарить еду, чтобы ты не сдохла и прочее. Ну, короче, это топливо. Поэтому уголь можно добывать любой киркой, на самом деле. Да, в принципе, вообще все можно добывать любой киркой. Сломай весь уголь, подбери его, молодец. Уголь ты уже умеешь добывать, он такой черный. И дальше у тебя... Вот уж как уголь выглядит, так я знаю, наверное. Дальше. Железо. С помощью железа ты можешь крафтить меч, броньку, кирку, лопату, топор и прочее. А железо на самом деле очень даже полезный материал, с него можно крафтить очень даже такие нормальные ништячки. Добывай его, только подожди! Железо же нужно переплавлять, ты не можешь его просто так использовать. Вот ты его добыла, его нужно нам поставить... Нужен огонь? А ты же уголь же добыла. А, ну да. Железо плюс уголь, тик-тик-тик-тик-тик, получается железные слитки. Вот. Поэтому, ну, у тебя печки нашла нет, еще поэтому... два кубика железа. Это просто обычный камень. Как раз-таки с помощью этого камня ты можешь скрафтить себе печку, чтобы с помощью печки переплавить железо. Дальше! Золото. Золото! Это золото? Это золото, ты угадала. Ну понятно, что это золото. Ну, извините, нет. Ну, золото, ну мне кажется, золото даже не стоит добывать. Хотя... Не, как бы золото, оно хорошо выглядит, оно прекрасное, оно чудесное, оно красивое, но оно вообще бесполезное. Ну пусть будет. Пусть будет? Пусть будет. Пусть будет, ну хорошо. Как оно долго добывается. А где? А что? Золото. Вот оно перед тобой. Не вижу. Так вот, вот перед тобой золото, ты его сейчас копаешь. А где кусочки? Чего? Ну, кого? Так, там выпадали угольки, тут да. Железяки. Железячки выпадают, да. А тут? А тут вот перед тобой золото. Сейчас бесполезно, да? Не нужно делать. Почему? Вот ты золото копаешь. Где оно? Вот его не видно, вон, видишь? Так вот ты его копаешь прямо сейчас. Ты тупой.
Так... признайся честно. Ты после сотряса все у тебя, все плохо. Кать! Каменной киркой нельзя добывать золото и алмазы. Оно просто испаряется. Тебе нужно кирку получить. Какой же ты вонючка. Нормально я пахну, Кать. Поэтому ты добываешь железо, чтобы с помощью железа сделать нормальную кирку. Нет! Я... Все, убери ствол. Убери ствол. Убери волыну. Нуба нужно учить... Кто там умирает? Твою мать! Он сам умер, упал просто от твоей красоты. С помощью железа можно добывать золото и можно добывать алмазы. С помощью каменной кирки нельзя этого ничего делать. Все, сейчас крафтим. А нельзя, у тебя же печки нет. Да построим. Ладно, печка у нас уже есть. Заходи в печку. Печку правой кнопкой нужно. Не заходить в печку, заходи в печку. Ставь уголь на нижний слот. Бери уголь. Вот, да. И ставь его в нижний. И бери железо, ставь его в верхний. Все! И сейчас нужно подождать, пока оно все пережарится. А пока ты можешь выйди из печки и... Алмазы нужно добывать не киркой. Потому что это самый такой крепкий материал. А чем? В смысле? Ну, как в шахте, когда в реальной шахте. Чем же ты разрушаешь шахту? С помощью динамита. В Майнкрафте тоже есть динамит. Поэтому, типа, золото можно добыть еще железной киркой. А алмазы можно добыть с помощью TNT. Подходи к алмазам, нажимай на рычаг. Вот. Когда-нибудь я запомню. Ни хрена себе, алмазы реально можно добыть TNT? Ну я тебя немножко хотел за... Да ладно! В смысле, ну это как бы, ну, плохой такой способ, потому что там было примерно 6 алмазов, а выпало всего лишь одно. Но это рабочий! Вы знали это? Ничего не понимаю. Ну, короче, я тебя хотел затроллить, чтобы ты просто уничтожила все TNT, но на самом деле из TNT выпал один алмаз, хоть я и не знал, что с помощью TNT можно добывать алмазы. Вот так вот дела делаются. Ладно, я перестроил тебе поляну с алмазами. Иди к печке. Не писал, нет, иди к печке. И забирай все свое железо. Забирай железячку. Опа, нажимай правой кнопкой. Входи в печку, забирай все железо, забирай уголь. Зашибись, заходи в верстак. Помнишь, как крафтить кирку? Ставь две палочки, один. Нажми правой кнопкой на палочки и ставь туда. Нажми. Вот. Сейчас бери железо. И ставь сверху. Раз. Раз, два, три. Все. И бери свою первую железную кирку! И сразу же вам объясним, чтобы потом в комментах не было миллиард, триллиард, секстиллион всяких вопросов, почему на скине Кати буква Е. Екатерина же, понимаете? Едисон, буква Э. Екатерина, буква Е. И не важно, что в другую сторону буква Е. И не важно, это фишка у нас это такая. Вот, ну, понимаете, это мы наш... как бы... Мы как бы наша фишка, понимаете? Поэтому не нужно писать, что поменяла букву К. Катя же сокращено. Все, у тебя есть уже железная кирка. Ты можешь идти к алмазам. Можешь идти к алмазам и копать их. Чуть-чуть. Раз, давай! Два! Тихо. Три! Ты меня напрягаешь. Тихо. Четыре! Пять! Тихо. Давай, все, давай, собирай. Катя, у тебя 8 алмазов. 8 алмазов. Алмаз это почти самая лучшая валюта, самый лучший ресурс, который существует в Майнкрафте. Но это еще не все. Его не так просто добыть. Подожди, не добавай его пока. Это бедрок. А, я даже не знала, что это. Ну просто это самая крепкая, самая такая, которую тяжелее всего добывать валюта, ресурс. Чего? Ничего. Что? Нет, ничего. Вот. Поэтому. С них можно скрафтить самые прочные мечи. Добывай, они долго добываются. А из алмаза нельзя сделать ничего? Можно, но это еще крепче, чем алмаз. Это бедрок. В общем, пока Катя добывает бедрок, вы все прекрасно знаете, что он долго добывается. Я скажу то, что... кто не смотрел нашу предыдущую совместную серию, то над нами прямо сейчас есть подсказка. Нажимайте смотреть предыдущую серию. Вот. Она интересная очень была, потому что, ну, никто ее не смотрел. Хотя, может, даже кто-то смотрел, но вы в любом случае посмотрите, она 100% интересная. Я жрать хочу, Кать. Я тоже. Сейчас покушаем что-то после серии.
Ой, как это долго добывается. Или вообще не добывается, да? Почему не добывается? Добывается. Так, можно? Чё? Мне интересно просто. Что тебе интересно? Если я что-нибудь сделаю... Как сделать больше квадратиков? В верстак нужно зайти. А, да. Так ты не будешь добывать бедрок? Я не верю, что добывается эти бедрок. Ну окей. Давай я тебе сразу же скрафчу алмазную, смотри. Вот я и хочу алмазную. Хорошо, давай алмазная. Видишь, у тебя есть алмазная так кирка. Так и хотелось сделать. Ну ладно. Видишь, я уже умный. Думаешь, я тебя троллю? Давай сырники не хочешь сегодня? Да, можно. Можно сырники? Можно сырники. Я еще суп хотела сделать. Суп? Да. Какой? Из курицы. Из курицы? Ну, куриный бульон, лапочку добавить. Давай сделаем. А ты зачем прекратила добывать бедрок, Кать? Я ухожу от тебя. Не надо. Я ухожу. Останься. Всё. Останься. Кать, пожалуйста. Кать, не уходи. Кать! Папа! Нет, не смей. Не смей. Я больше так не... Я не буду тебя троллить больше, обещаю. Кать, не надо. Все хорошо. Шутки на це девушка очень плохо заканчиваются. Не ломай ей подаренный мною цветочек. Я больше не буду. Ну, напишите в комментах то, что бедрок же можно сломать. Да. Убери волыну, пожалуйста. А вы, ребятки, ставьте лайкусики, потому что на этом мы уже будем заканчивать эту серию. И если, Катя, мы сколько лайков наберем? 30 тысяч лайков, если мы прямо сейчас наберем, если не поленишься, поставишь лайкусик. Завтра же выйдет следующая серия с Катеридзе, поэтому все зависит только и только от тебя. В следующей серии Катя уже наконец-то сможет добыть бедрок. Ребятки, подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропускать новые серии и также не пропускать наши стримчанские. Спасибо всем огромное за просмотр, всем удачи и всем пока. Пошли сырники кушать. Пошли.